В этом выпуске вы увидите. Сюда будет заехать. Я еду реально за минуту 200 зарабатываю. Все получилось у нас. Смотрите прикол. 200 рублей, ребята, минималочка. Друзья, удивительная шаверма. Пища богов. Газуем, стартуем. Скажите, а почему улица 27 сентября называется? Паркуйся давай, нормально остановись. Ребята, а теперь смотрите, заработок водителя профтакси. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Друзья, ну в общем доехали до ТБК, все хорошо. Вот, заселились. Сейчас я вам покажу, где и какие номера. Вот, живем в центре ТБК. Вот такие прекрасные стены здесь. Позже пойдем погуляем. С завтрашнего дня я буду работать с Олей, блогер из Самары. Канал называется «Во все тяжкие». Завтра мы будем с 7 утра катать батл по профтакси в Темрюке. Вот такой номер. Ванна. Все четко, да? Душ. Халабас. Место. Спальная. Кондиционер. Завтра в 7 утра будем раскатывать профтакси. Покажем именно работу в Темрюке, а не в Краснодаре. И вы, ребята, увидите то, что здесь можно зарабатывать. Сейчас вечерний уикенд. У нас сейчас подъедет человек, экскурсовод наш. Вот. И, в общем, поедем прокатимся немного по городу. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки. Картель, Самара, цитадель. Не играй с огнем, Самара, дом. Берег Волги, номер люкс, отель. Пробуй дым на вкус, виски пей со льдом. Привет, попутчица. Паркуйся давай. Нормально остановись. Да остановись. Нормально все. Ровно только стань. А вот и Оля. Ребята, наконец-то Оля приехала. Вот. Мы сейчас. Оля наконец-то доехала. Мы сейчас отправляемся в путешествие. Знакомьтесь, это Валера, самый лучший знаток Темрюка и просто классный чел. Приветствую. В общем, расскажу вкратце, чем мы занимаемся, чтобы водитель тоже знал. Завтра у нас в 7 утра по московскому времени батл. То есть мы раскатываем такси, профтакси. Здесь запустили, кстати, новое профтакси. Вот. У нас будет стрим. И, в общем, как бы, я думаю, все будет отлично. Сейчас покажу вам самую крутую достопримечательность, которая будет в городе Темрюк. Скажите, а почему улица 27 сентября называется? Улица названа в честь дня освобождения города Темрюка от немецко-фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну. Разве не в честь темрюкского этого оглы? У нас и день города 27 сентября каждый год. Да? Да. Ничего себе. Конечный завод. Он действующий? Да. Завтра приедем за коньяком сюда. Ребят, смотрите, какая красота. Курчанский. Курчанский лиман. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Едем в Голубицкую на побережье. Будем кайфовать сейчас, брат. Водитель говорит, да. Сейчас пьем, сразу будет порыв. Ты скажешь, ты мне плюс.
Так, подожди. Мне это нравится. На Кавказе девушки самые красивые. Так, нет, на Кавказе мальчики самые счастливые. Ребята, это мы так едем в Голубицкую. Радуемся жизни и, в общем, дороге. Водителю респект огромный, то, что согласился нас повезти. Вот. Так что все будет круто. Дорога займет у нас сколько минут? Минут 15. 15 минут и мы на море. Все четко. Так, ребята, мы с вами находимся в станице Голубицкой, курортной станице Темрюцкого района. Сзади нас находится одна из самых старых церквей Темрюцкого района. Проходим на центральный пляж Голубицкая. Вход 1000 рублей. Чистоту я. Машину заклеила. Сейчас я тряпкой протру. Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас офигенный день. А знаете почему? Сегодня мы раскатываем профтакси город Темрюк. Угадали, кто это? Это ж во все тяжкие. Вы представляете, у нас Бата, она сидит, красится. Не крашусь, а расчесываю брови. Все. Сейчас сделаем стрим, выходим на линию и поехали работать. Ребята, всем привет, всем доброе утро. Стрим из Темрюка. Все, пассажир ожидает. Первый заказ пришел мне. Надеюсь, я никуда не заеду. Все, все, поехали, поехали. Первый заказ, ребята. Все. Поехал на работу. Газуем, стартуем. Доброе утро, приветик вам. Оля не хватает. Сейчас Оля зайдет. У нее что-то там с держателем. В общем, что я могу сказать? Первый заказ мой. 90 рублей. Смотрим, да? Нажимаем завершить, подтвердить. Оплата по карте. Вот. Ехал я километр 791. То есть, ну, почти 2 км. Вот, безнал, ставим подтвердить. Так, клиента оцениваем, все четко, все получилось у нас. Смотрите, прикол, 200 рублей, ребята, минималочка, начислил. А вот и следующий заказ, Темрюк, понеслась, вода горячая. Вот так вот надо работать. Поехали, посмотрим, что, как, где, куда, зачем. Друзья, почему бы не покатать? В таком красивом городе. Не знаю, здесь справлюсь я сегодня с задачей или нет. Но едем, кайфуем. Вот, смотрим на знаки, чтобы Яндекс не завез нам под кирпичи всякие. Вот. До пассажира осталось 2 км. 200 рублей минималка по городу, вы что, прикалываетесь? Я еду реально за минуту 200 зарабатываю. Сегодня я сделаю кассовую, офигеете просто. Местные таксисты, кто в Яндексе работает, кто в Максиме работает, советую перейти в профтакси. Нормальный заработок, нормальные минималки, комиссии ноль. Поэтому я вас жду. Под видео будет ссылочка для подключения, так что милости просим. Вот, так что... Будет жизнь, братан, работа, да? А это вам работа в Темрюке. Вот, заходим сюда, заходим. Угла даем, да? Ой-ой-ой-ой, дорога какая. Отличная дорога. Все, катим, катим. Жалко, нельзя здесь музыку врубить, а то это, там YouTube за авторские права может пару санкций применить, короче. Друзья, оплата 110 рябчиков. До точки 820 метров, 750, 30, 20, 0. Пим, приехали, короче. Все, стрим. Прямая трансляция, экран трясет, как не знаю кого. Едем. We'll be right back.
какие виды, это Альпы или Швейцария, короче. Вот. Так, нам нужно прямо ехать, прямо. Вот. Короче, я уже заблудился, да? Вот. Поэтому сейчас будем искать разворот, да? Смотрите, я поехал в другую сторону, братан. Чика-чика-макалей, чика-лей. А там сейчас здесь развернемся, чё? Есть разметка, значит можно метка, да? Есть камера, значит можно ехать. Самое главное, чтобы никого не сбить. Ну и в общем, сильно не отвлекаться. Центр, ментор. Вот, все, направо уходим здесь. За пассажиром. 170 метров. Четко все. Блин, здесь реально заблудишься. Знак уступи. Конечно, чё. Приехали. А вот и заказик. 90 минималочка, да? На Урицкого. Вот точка. Приехал 11. Ждем. Пассажир сейчас подойдет. Ну, что могу сказать? Прям... Стреляют заказы. Не знаю, может это суббота, но они стреляют. Ребят, 90 рублей за 4 минуты. Завершаем заказ. Все отлично, заказы все без комиссии. Ждем следующий заказ. Так, заходим на стрим, что там пишут? Чат. Евгений Гаврилов. Чё без кондея катаешь? Братан, а зачем кондей? Все четко, все нормально, чё? Все отлично. Кондиционер нам зачем? Вот. Хотя можно включить, покайфовать. Ну, еще не жарко, как бы, да, то есть. Окошечки открыл, вон, бриз дует, так что нормально. Ребята, это военная горка, да? Красиво все. Ой-ой-ой, как красиво, надо сюда будет заехать. Офигеть. Класс. Воздух классный. Реально еду и дышу, кайфую. Вот. Я думаю, нормалек, что. Сегодня накосим баблишко, а вечером будем отдыхать. Завтра будет еще один день стрима. Вот. И, в общем, я думаю, результат будет. Ребят, ну, в общем, сейчас привез пассажира. Стою, подходит чувак, вообще незнакомый. Говорит, слушай, говорит, здесь километр ехать, говорит, отвези. А я катаю профтакси, ну, не могу, короче, его отвезти. Я говорю, ну, закажи программу, чё? Короче, не хочет заказывать. Говорит, да скачивать туда-сюда. Ну, короче, дал мне 200. Опа. Заказы как пирожки летят, так что подключайтесь в профтакси. Время в пути у нас 6 минут. Завершаем поездку. Супер. Оплачивано. Вообще супер. Супер напишу. Супер. Сейчас вез пассажирку. Она бариста, так что сегодня нужно будет заехать на кофе, кайфануть, майфануть, ну и в общем показать, где нужно в Темрюке пить классный кофе. Также сегодня мы поедем, пригласили нас в шаверму, питерскую шаурму покушать. Находится поселок Комсомольский, ну в общем позже в этом ролике вы увидите. Так что я думаю, движение будем наводить сегодня конкретно. Ждем заказ, ну и в общем, с кайфом работаем. Ребята, а теперь смотрите, заработок водителя профтакси в город Темрюк. Нормально, да? Катайте свой Яндекс дальше. Друзья, удивительная шаверма. Пища богов. Yeah.
смотрите, какого года этот телевизор, кто догадывается? Напишите в комментариях. Ценник, пожалуйста, вам. Да, бывает. Бывает, это значит, что слушаешь. Сейчас, подожди. Шаверма находится у нас проходное место. Вот. Недалеко Гефест у нас. И вот с трассы заезжаете. Все четко. И заезжаете вот сюда на парковочку. Есть туалет. Да, друзья мои, есть даже туалет в шаверме. Сейчас я вам покажу. Все чисто, везде аккуратно. Люди там ходят, просто вот так смотрят, что происходит. Вот туалет. Красиво все сделано. Ну, в общем, кайф. Короче, самое пафосное место в городе Темрюк. Посмотрите, какая шаверма. Шаверма, правильно. Шаверма, правильно. Шаурма у тебя в Краснодаре. Сними, сними. Шаурма у тебя в Краснодаре будет. Здесь шаверма. Это в Инстаграм пойдет. Давай затянемся куплетом, затянемся глубже. И хайпанем по настроению, станет лучше.